Привет, девчонки, мальчишки, с вами Елена. Я вот тут разогналась и купила аж 4 пары обуви на весну. Давайте я вам покажу, какие у меня обновочки. Я люблю ходить в кроссовках, я люблю ходить в джинсах, и поэтому вот я решила так обновиться и прикупить себе обувочки новенькой. Так, давайте начнем вот с этих. Это у нас кроссовки-носки. Вот такие они легкие, они дышащие, они вообще ничего не весят по весу. У них ортопедическая подошва, то есть она повторяет прямо как вашу стопу. Вот, у них очень удобно, можно гонять целый день. Единственный минус, что их нельзя одеть в дождик, потому что они тканевые, как вы видите, и они без защиты. Вот их можно носить как высокими, вот в таком варианте, да, носочками. Также можно их и загибать, как вам больше нравится, и так можно ходить. Еще один плюс: загрязнились, запачкались они у вас, кинули их в стиральную машину, постирали, и они опять у вас чистенькие. Вот такие легкие-легкие. Дальше. А вот как раз в дождик можно одеть вот такие. Смотрите, какие прикольные эти носки, кроссовки. Они идут уже такие прорезиненные. Сейчас вам поближе наведу. Видите, сбоку у них идет вот такая дышащая полосочка. Сеточка такая. Сейчас покажу. Засуну туда. Вот, видно мой пальчик? Вот, то есть они так сбоку дышат, а сами они прорезиненные такие идут. В общем, тоже очень-очень легкий по весу, очень интересный такой у них дизайн, прикольный. Мне понравилась расцветка и дизайн. Еще мне у них понравилось, знаете, что? Пятка. Посмотрите, как интересно выполнена пятка. Она жесткая, не, ну, хотя она мягкая, но у нее жесткий такой каркас в этой пяточке. Вот, чтобы в них было очень удобно запрыгивать в эти кроссовки. То есть, я думаю, тоже они будут моими прямо фаворитами и моими любимчиками на лето. Вот такие. Следующие. Вот такие нарядные, эффектные, беленькие кроссовочки. Посмотрите. Сейчас сбоку их покажу. Вот такие. Подошва у них вот так назад слегка. Вот так вот. Вот и назад идет подошва. Сами они такие как бы парусиновые идут. Тканевые тоже дышащие. И вот здесь идет кожа. Вот внутри идет мягкая такая стелечка, комфортная очень. Тоже прям такие легкие, невесомые, нарядные, красивые кроссовки. Обожаю стиль casual, обожаю спортивный стиль, поэтому и купила столько кроссовок. Вот такие вот еще купила кроссовочки. Прикольно понравились мне. И еще купила из натуральной кожи кроссовки белые. Вот тоже мне они очень-очень понравились. Они вот из натуральной кожи, причем кожа натуральная и снаружи, и внутри, что немаловажно. Эти кроссовки у нас, посмотрите, на какой платформе высокой. Вот у них подошва высокая такая. По кантику здесь идут такие мелкие стразики, прошитые. Идет очень красивая вот такая вот, где шнуровка. Вот такая вот отделочка. Здесь такие зеркальные штучки на шнурочках. Вот внутри кожи, это для меня очень важно. Вообще люблю кожаную обувь. И в основном хожу. Сейчас камера. В основном хожу в кожаные обуви, потому что лучше заплатить подороже, но чтобы ноги мешали. Для меня это важно, и чтобы не уставали. Ну и так уж заодно кроссовкам прикупила кучу носочек новых. Сейчас тоже вам покажу. Поехали. Оп. Ну вот такие, смотрите.
прикольные носочечки, всякие разные, пестренькие, вот с такой завышенной пяточкой носочки. Вот такие мне очень понравились, лимонного цвета, дышащие, все они хлопковые, все они хлопок 100%. Вот эти тоже розовенькие такие хлопковые. Вот. Вот эти все недорогие носки, они там по 40, по 50, по 60 рублей. Подороже вот эти. Вот будут высокие носки. Это носить их нужно с короткими, скороченными джинсами. Или с кроссовками такими. Креативные такие носочки прикольные. Вот. Тоже хлопок 100%. Но эти стоят 200 рублей, вот эти носочки. И мне всех больше понравились вот такие. Посмотрите, какая прелесть. С такими милыми пантиками. Это, конечно, с белыми кроссовочками я буду носить. Здесь очень хороший хлопок. Идет белый такой хлопок, прям приятный. И еще вот такие вот. Вот эти 120, по-моему, стоят. Или что-то в этом роде. 150 или 120. Вот такие носочки. Вот, на этом все мои покупочки пока что. Кто еще на меня не подписался, подписывайтесь. Буду рада новым друзьям на моем канале. Всем пока-пока, хорошего настроения. С вами была Елена.